Мошенники продолжают обманывать, каждый раз придумывая новые схемы. Недавно жителю города позвонил псевдосотрудник полиции с номера телефона, который действительно принадлежит правоохранителям округа. Мошенник ввел в заблуждение мужчину, сказав, что проводится некая проверка, и гражданину нужно связаться с сотрудником Сбербанка. После жителю города перезвонил уже другой мошенник и убедил в том, что нужно взять кредит и перевести денежные средства. Таким образом, потерпевший лишился более 200 тысяч рублей. Даже если вам звонят, представляются сотрудниками полиции, сотрудники полиции ни в коем случае не будут просить у вас денежных средств, ни в коем случае не будут переводить вас на каких-то сторонних сотрудников. Они будут вести с вами беседу напрямую. Поэтому ни в коем случае не нужно вестись на это. Даже если вам позвонили, представиться, перезвонить на действующий номер дежурной части того отдела полиции, с которого звонили, все они общедоступны в интернете, убедиться, что вам звонили именно с полиции, и после этого совершать какие-то действия. В данный момент по факту мошенничества заведено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.